Чувак, это было круто. Вот как должно быть. Дело не в Кэме и даже не во мне. 5-10 рулит, брат. Так и передай всем. 5-10. Ты здорово вел себя с Коберном. Мы все ближе. Согласен. Нашла что-нибудь на Кэма? Да. В одном из отчетов ФБР говорится, что при разделе территории Бритва застрелил жену Кэма. Черт. Именно так. После этого Кэм посвятил свою жизнь войне с Бритвой и 5-10. Он забрал у них юг и наверняка хочет большего. Ладно, это печальная новость, но мы должны все равно выполнять свою работу. Поэтому поедем дальше. Внедорожник неплохо едет по этим дорогам, что мне в принципе нравится. Но смотрите, там дальше какое-то заданница маленькая. Линия. Ага. Не люблю его, но оно хотя бы попроще, чем собирать все маленькие непонятные объекты. Ладно. Надеюсь, хотя бы на бронзу мы заработаем. Где-то позади нас золото. Чисто в теории мы должны заработать на золото. Что-то у меня такое ощущение, что до золота мне как до Америки прямым ходом. А вот. Так, ну, бронза потихоньку приближается. Так что, в принципе, шансы есть. Ай, слетел, дурак. Чуть-чуть вот не хватило ведь, а? Там главное не рядом, все бронзы, золото. Это... Ух ты ж, плюс 14 даже сразу. Это круто. Так, едем дальше. Опять мне установили детали, из-за чего меня перекинуло. Но у нас теперь зато 403 машинка. Ладненько. Впереди люди. Я даже так понимаю, русские. Опа, смотрите-ка. Что-то блестит там, поблескивает. Где-то рядом. Я даже вижу, как люди ищут это что-то. Вон. Раз, два, их двое там даже, смотрите. Давайте мы тоже найдем эту машинку. Она нам пригодится. И пока, как говорится, все ищут, все будет хорошо. Кстати говоря, в одной из следующих серий, возможно, увидите интересную машинку, которую я купил за выполненные задания. Так, ладно, давайте переместимся сюда. Точнее, проложим маршрут. И поедем уже на наше задание. Так. Пока все хорошо. В принципе, я не знаю, конечно, как вы, но я доволен, что до некоторых заданий нам приходится именно добираться, потому что... Типа, без выбора, да, то есть у нас не открыта карта. Приходится поесть, потому что в отличие от вас я люблю поесть. Надеюсь, там это воу, камера, хорош. Я не знаю, с чем вот это вот дергание камеры связано, у меня включена вертикальная синхронизация, но тем не менее, блин, она не убирает вот эти дергания, не знаю по какой причине, хотя по идее должна. Хотя нет, стоп, вертикальная синхронизация не должна убирать это, она должна убирать полосы. Так, стоп. Да, мне надо развернуться. Чё-то я... Мне просто GPS-навигатор сообщает, типа, говорит, чувак, ты не можешь ехать по встречке. Да ладно. Вот смотрите-ка, второй парень тоже понял, что ему надо развернуться. Ой, заборчик. Ограждение, надо объехать. Но ничего страшного, мы объедем. Так, надо будет доехать... 6 километров. Ну, 5,5, если точно. Так. Едется по шоссе довольно быстро. Приятно. В принципе, даже красиво. А вот. Кстати, я не помню, я, по-моему, так и не сказал человеку за то, что он мне сообщил, что, оказывается, YouTube
спокойно уже теперь переносит качество 60 FPS. Вот. Я этого не знал, сказал спасибо, по-моему, я ему так и не сказал. В общем, чувак, если ты смотришь это видео и слышишь, спасибо тебе. Ну и навел ты шороху, Алекс. Все только и говорят о том, какой была жизнь до Кэма. Сработало. Что у тебя? Следующий шаг. Побей еще один старый рекорд Кэма. Вот, так что вот так вот. Продолжаем. Вау, дерево? Что? Стоп. Не, я, конечно, понимаю, что у нас в России, например, это норма, когда там все растет через дорогу, но тут-то Америка. Ладно, мы едем по прямой, по шоссе. И нам надо сворачивать. Хорошо. Пока нормально все это проходит. Все повороты, в принципе, легонечко проходятся. Что не может, в принципе, мира давать. Ну да ладно, там вот у нас город, если я не ошибаюсь. Это... стоп, ну какого фига задание с той стороны? Если не ошибаюсь, это Лас-Вегас или что-то, что-то в этом роде. Хотя нет, скорее всего, ошибаюсь, просто какой-то город. Лас-Вегас, по-моему, не так выглядит. Ладно, разворачиваемся. Вообще неправильно, знаете, вот, то есть нам навигатор показывал, что нам нужно ехать по этой стороне дороги, оказывается, по другой. То есть если бы я все еще ехал по встречке, все было бы хорошо. Я утрирую, на самом деле, если бы мы ехали по встречке, то мы бы не попали сюда, насколько я понимаю. Так, в одиночку, плюс 5 нам добавит бронза, суперкар требуется машина, плюс 15 даже добавит золото. Полагаю, ты готов побить еще один давний рекорд Кэма? Придется попотеть, время просто феноменальное. Не волнуйся, я справлюсь. Так держать. Если ты достоин занять трон, докажи это. Нужно стиснуть зубы и жать на газ, Алекс. Попробуем. Ну что, давайте стиснем наши зубы и будем молча жать на газ. Я так понимаю. Что-то как-то я тупанул. Ну ладно. Музончик, кстати, прикольный. Ладно, едем дальше, не смотрим на машины, и все будет хорошо. Так. Отлично, вошли в поворот. Так. Вон у нас ориентирчик тут рядышком. Все хорошо. В этом плане мне все нравится. Езда по городу на спортивных тачках — это вообще весело. Тихо! Что ж тебя? Уйди, уйди! Ты какого ты не разворачиваешься? Что за машина? Блин, она весит тонн 200. Она даже не разворачивалась вообще. Ладно, поехали дальше. Так. Потерял, конечно, я на ней время. Но ничего страшного. Я думаю, что, в принципе, я успеваю, потому что что-то 20 секунд я смотрю. Ну, будем надеяться, что успею. Да, вроде успеваю. Так, занесло чуть-чуть. Вот надо помнить, что, да, в отличие там, от старых многих игр, где, скажем так, разница в покрытии дороги не влияла на машину вообще никак, здесь она все-таки влияет. Да что я все время во все влезаюсь? Ладно, у меня кривые руки, ночь, все дела. И ладно, не буду оправдываться, просто я не умею водить, видимо, поэтому вот так вот хорошо езжут всякие там машины стоят передо мной. Но тем не менее, каким-то образом, как правило, достигаю нужной мне точки, и это хорошо. Ладно, в любом случае, я думаю, что вам нравится все это дело смотреть, ну иначе зачем вы это смотрите, правильно же? Продолжаем проходить эту гонку, блин, она интересная, как и любая другая гонка, и... Кого я обманываю? Она абсолютно такая же. Вот, единственное, что это надо все сделать на время и проехать 4 километра примерно, ну, 3,5. Что-то у меня хрипотца в голосе появилась какая-то. Ну да ладно. Не будем на это особо обращать внимание. Срезаем углы. Заносит меня хорошенечко так. Осталось 17 секунд до следующего. До следующего ориентира. Видно, что я не успеваю. Так. Аккуратненько. Давай, давай. Отлично. 15 до следующего. Блин, все меньше времени. Машины, не мешайте мне. Смотрите, какой хардкор. Жми, Алекс, жми. Прям жесткий. Остается там 5 секунд. И все, и я проиграю. Километр остался, кстати. А эти люди, прижимайтесь к зданию.
Уступите дорогу, пешеходы. Так, 9. Нет, смотрите, все-таки... Еще чуть-чуть. Главное, не останавливайся. Все-таки набираю потихоньку время, но так как финиш уже вон там, мне без разницы. А, отлично. Победа. Победа, еще раз победа. Это хорошо. Это очень хорошо. Бронза, плюс 5. Все как и планировалось. Наверное, продолжаем. Да, продолжаем разговор. Разрази меня гром. Вот это скорость, парень. Тут нечему удивляться, Чика. Ты на месте, Алекс. Кэму придется повысить ставки. Отличная работа. Ну что ж, я так и не понял, правда, на каком именно месте, но, наверное, на нужном. Вот тут прям гоночка, прям рядышком. Ты меня уже порядком достал, малыш. Рад стараться. Похоже, пришло время заняться тобой лично. Расклад такой. Одна гонка, только ты и я. Победитель остается, проигравший проваливает. Выбирай место. Да без проблем, поехали. Так, нам стриткар меняют. 340. Точнее, рекомендуют 340, у нас 380. Ну, будем надеяться, что мы пройдем эту гоночку. Алекс, Кэм тебе соврал. Полиция уже рядом, сматывайся. Это еще кто? Потом, сейчас гони. Оторвись от них, Алекс. Но откуда ты... Потом, гони давай. Будем надеяться, что мы... Все. Будем надеяться, что мы сможем от них смотаться. О, походу смотались. Черт. Зои, слышала это? Да, и это уж точно был не Копер. Звонок отследила? Нет, там была переадресация. Так, за нами вертолет, 4 звезды. Кто-то меня просил набрать 5, но я думаю, что игра позволит нам как-нибудь сама. Ай, тихо, набрать 5. Пока 4. Пока 4. Так, что я хочу сказать, это то, что нам нужно куда-нибудь уезжать на шоссе, но... Да черт, какого хрена я уехал не туда? Поворачиваем на мост, пробуем от них смотаться. Потому что я думаю, что все-таки на шоссе смотаться от копов проще, чем на простой дороге. Шансов здесь побольше. Так, за нами теперь преследует нас только вертолет. Видите, как все хорошо складывается. Но перед нами 2 копские, 3 копские машины. Что меня ни хрена не радует, и я вообще впилился в такси. Так, надо что-то делать. Смотрите, смотрите, как ребята пытаются меня как бы типа заблокировать. Он прямо со мной. Такие дебилы просто. Ладно. Я думаю, что в реальности полицейские не такие идиоты. Ну, хочется в это верить хотя бы. Пока движемся. Вечер, мы потеряли цель из виду. Вас понял. Всем продолжать патрулирование и ждать дальнейших указов. Внимание, воздух. У вас новый вызов. Отправляйтесь по новым координатам. Принято, диспетчер. Мы уходим. Удачи вам, парни. А, смотрите-ка. Воздух отослали, и если бы они этого не сделали, то... А, черт, 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 черт. Меня догнали, но я сбросил до 2 звезд. Я сбросил до 2 звезд, а от 2 звезд уже уйти прям совсем просто. Да, вот они пытаются все со мной сделать какие-то непотребства различного типа рода. И все такого. Но пока мне вроде бы удается... Ой, они как-то там во что-то впилились и... Остались вдалеке. Навряд ли они нас догонят на скорости 240. Так что... Мы уезжаем. 3, 2, 1 и все дела. Все. Задание выполнено. Вот такое вот... Веселое здание. Не знаю, сложное оно или нет, но погеморроиться чуть-чуть пришлось. Но, тем не менее, мы, кстати, золото получили, что уже радует. И плюс 14 к нашей машине, которую мы почти не развивали. БМВшечка прокачалась. Так что все круто. Ладно, продолжаем, наверное, разговор. Возвращение в свободный режим, все дела. Вижу, ты еще на свободе. Как раз вовремя. Кто ты? Пусть это будет тайной. Я слежу за тобой. Ну ладно. Так, теперь нам куда?
Куда нам, куда? Тут нам далеко. Дайте-ка просмотрим. Ух ты ж, ни хрена нам куда. Так, быстрое перемещение давайте сделаем. И попробуем заодно, может, там гоночку. И что там? Ну, как там в Майами, Алекс? Комары и вонь? Что тебе нужно на этот раз, Амар? Я оскорблен. Нужно не мне, а тебе. Этот парень, за которым ты гоняешься, Кэм. Хочешь знать, чем он промышляет? Да. Вот координаты, поезжай, сам все увидишь. Так, давайте, собственно, посмотрим, чем же он там занимается. И знаете что? Знаете, я думаю-ка свернуть вот тут вот и проехать напрямую. Потому что ну его нафиг, сокращу-ка я путь. Сократил я, мать его, путь. Вагоны мне помешали это сделать. Ну ладно. Собственно, тут не ради вагонов стараемся. Продолжаем ехать. Вроде бы у нас даже очень все хорошо дело получается. Бампер у нас у машины уже отваливается. Такое ощущение, что он просто хочет кушать или злиться на нас за то, что мы так хреново водим. Но я думаю, что к гонке мы таки доедем. Так. Ой, нет, что-то камера прям печалит меня. Все-таки чуть не нажал вики приложение. Бронза даст нам плюс 8. Внедорожник плюс 18, если вдруг неожиданно заработаем на золото. Видишь, какой я добрый. Организовал тебе новую тачку. Залезай и жди. Чего ждать? Скоро сам все поймешь. 5-10 держит автостраду. Кэм постарается забрать товар. Опереди его и уничтожь груз. Хм. Итак, будем опять гонять. Каждая такая посылка стоит около 800 тысяч. Раздави их и не тяни. Не стоит ждать гостей. Парни Кэма вот-вот будут здесь. Будем опять гонять на прокачанном мустанге 990 уровня крутости. Я, кстати, заметил, что сзади у него крутятся вентиляторы, но я, правда, не знаю, показывается ли это у вас, что они охлаждают, по-моему, то ли нас, то ли двигатель, то ли еще не пойми, чего они делают, может, просто страдают фигней, но как-то так. Будем разбивать, опять же, только уже теперь по заданию ящики, и вернемся к теме о том, что же все-таки внутри, блин, находится, потому что... То есть я даже не знаю, какой, в принципе, там товар может находиться, вы знаете, чтобы его можно было сломать. Давайте ваши предложения, как бы я... Мне очень интересно их выслушать, потому что я реально, я не знаю, вот что вот действительно там... Ой, коровки, коровки, коровки! Тихо! Коровки, блин. Вот, я реально не знаю, что там может находиться. Твою! Что ж вы все под колеса-то лезете? Нехорошие вы животные. Осталось 2 минуты. Так, надо поторопиться, я так понимаю, потому что нам... Хотя нет, нам 80 всего из сотни надо. То есть у нас есть запас 20 ящиков примерно, а мы 30 уже собрали. Ну, будем надеяться, что они будут более кучно, что ли, стоять. Потому что иначе я навряд ли, наверное, успею собрать все это дело. О, фига себе, они кучно стоят. Я, конечно, хотел кучности, но, блин... Так, давайте вот сюда поедем. Один пропустил, правда, уже. Ничего страшного. Ой, куда-то я... Давай! Ни хрена ж себе, вы видели, как я проехал прям на всем машину. Монстр кар, блин. Это знаете, это вот... все такое монстр кары, да, это с огромными такими колесами. Бигфуты, так называемые, и прочее подобное. Вот у меня сейчас получилось так же, они там... На американских шоу проезжают через кучу машин. Таким образом. Ух ты ж, 5 штук осталось там. Классненько. Ну вот так вот. Так. Что-то куда-то я не туда. Что-то я куда-то не туда. Что-то мне не хватает поворотливости машин. Ну ладно, я все равно я думаю, что я успею собрать 40 секунд. Совсем чуть-чуть ящиков, так что все нормально. Осталось вот ровно 20 штук. И я думаю, что я успею. Еще немного, Алекс. Не забудь передать Зое, кто дал навоз. Передам. Так что все хорошо. Так, ну... Мне главное, я так понимаю, это успеть сделать до того, как приедут парни этого кита.
как-то мало. Так, осталось чуть-чуть, 10 секунд, блин. А, черт, давай. А, все, да, выполнил. Я еще. Окей. Задание выполнено. Бронза, естественно. Ну, куда же без этого-то? Мы всегда на бронзу. И только на нее родимую. Ладно. Будем гнать вовсю. Проклятье, он ушел! Кэм будет в бешенстве. Там и ты обошел, но нам нужно больше шума. Есть информация. Стоп! Я тебе ничего не знаю. Кто ты вообще такой? Расслабься. Ты меня знаешь? Нет. Я Коберн. Стою выше всех. Бритва забыл об этом, и я убираю его с доски. Поможешь мне? Победишь в гонках? Уберешь кое-кого. Станешь V8. Заупрямишься. Исчезнешь. Понял? Да-да, понял. Созвонимся. Весело. Очень весело. Но мы зато нашли Коберна. А это главное. Точнее, на самом деле, даже не мы, он сам нашел нас. Ладненько. Едем пока к трассе. Что-то мне такое ощущение, что она очень далеко находится. И давайте-ка погли. Ух ты ж, сколько нам ехать, если бы я не посмотрел, что она далеко находится. Слалом, слалом, мимо трассы. А давайте сразу играть начнем.